поселке появился, словно водный лист. Ко мне он прилепился, да и я сама от него теперь просто без ума. А он такой, мой новый парень, просто чума мой. Он на гитаре целый день готов. И нас не есть не про любовь. А он такой, мой новый парень, просто чума мой. И нет в России ни пары кара. Ой, не говори, ведь эта музыка жестокая свела меня с ума. Ой, не говори, тропинкой музыкой я вечером к нему бегу сама. В нашем городке не спрятаться, не скрыться, сразу знают все, кто мне ночами снится о любви моей. От роду пока только 10 дней. А он такой, мой новый парень, просто чума. Тоже.
17-я каюта есть в этом зале? Видимо, там самые счастливые девицы сейчас сидят. Интересно, вот они почувствовали, что на них счастье огромное свалилось? Наталья Александровна почувствовала сейчас просто, что комом счастье на нее свалилось в 217-ю каюту. Нет, без шуток, это каюта, Наталья Александровна. Так, Наталья Александровна, наш любимый директор только что выиграл свое женское счастье. Здоровья ей большого! А мы продолжаем! Александровна, поэтому подарок достается туристу или туристу. Давайте на шлюпочную палубу. Прошлогодний год 211 дожили. 211. Ну, видите, мы ее найдем и подарим. У нас, видите ли, выражение выражило все честно, говорят, именно Наталья Александровна, 211 каюту, пожалуйста, подарки принесите. Так что мы высшую силу обманывать не можем. А вы не смены 211-й каюте. Они нам не пришли сегодня на наш огонек. А женское счастье там будет. Так что в следующий раз, когда в круиз поедете, только 211-ю заселяйтесь. А мы вернули ключ честно в этом году. Вот так вот вернули честно ключ. Аплодисменты за то, что ключи вернули. Как у нашего соседа весела была беседа. Чайки в чечетке. Чечетки в трещотке, чайки в балалайке, утки в дудке, гуси в гусле, бурундук взял дудук. Барабаны бьет наш скунс, только нам милей Red Moons! Мы тебя
всех он же не только в песне, а танцы. Сколько есть прекрасных русских народных танцев? Знаете хоть один? Ни одного не знаете. Кадриль тоже не знаете? Кадриль не знаете? Сейчас будем разучивать. После концерта. Так, хорошо. А игры русские народные знаете? Ручеёк знаете? Идите сюда, расскажите мне, как играть. Ну идите сюда, идите. Под аплодисменты. Давайте, давайте. С подружкой идите. С девицей подружкой. Так, вставайте. Давайте сначала познакомимся. Как вас зовут? А вас? Итак, давайте, Надежда рассказывает нам правила игры в ручеёк. Так, играет нечетное количество игроков. Пара встает и такие воротики делают, а один человек пробегает, играет понравившуюся ему. Так, есть еще. Так, вот, подружка пришла, нам помогать еще, нужен кто-нибудь. Демо-версия. Так, нет, погодите, черное количество. Нет, погодите. Так, идемте, подружки должны помогать, пойдемте. Так, мы сейчас будем проверять, как играть в ручеек. Срочно поднимайте под аплодисменты. Так, ну что? Так, все, я думаю, нам достаточно. Итак. Знаете, что самое важное? У нас будут немножко другие правила. Идите ко мне в пару. А что ж вы повернулись к лесу-то? Так, давайте. Смотрите. Так, в общем, играем так. Вот у меня мой невидимый партнер. Мы с ним бежим. Пробегаем вперед. При этом весь ручеек делает шаг назад. Ну-ка, сделали шаг назад. Опа, мазы. И тут же бежит следующая пара. Но все было бы слишком просто, дорогие девицы. Нет ничего простого в русских селениях. Как только музыка-то не русская звучать начинает, мы не растеряемся с вами никогда. Мы с вами танцуем любой танец, какой зазвучит. Готовы? Ну-ка, давайте ко мне партнеры кто-нибудь. Идите-ка сюда скорее ко мне. Так, ну, буду я с невидимым партнером. Ну что, готовы? Поехали! Побежали, не течет ручеек. А что ж стоите, придите ко мне. Нет, идемте, говорим. Бегом, бегом. Отлично. Шаг на шаг. Танцуем, какой танец это? Пусть вам аплодируют, посмотрите на всех. Не усаживайтесь, мало.
девица красная, устали небось. О, сморила сном. Не сморила сном. Ну что ж, тогда... Легалисты, знаешь как, что сейчас просто сесть, чашечку чая выпить и под подмосковные вечера отдохнуть душой и телом. Александр Благодвайт. Она мать моя.
я без шуток не хожу. То швартовую ей накину, то и рынду покажу. Теплоход плывет по Волге, небо голубеется. Девки едут без билета, на корму надеются. На румянились девчата, заплетают косы, потому что дискотека и придут матросы. Ну что, не вспомнил ли никто ваши частушки? Возмущается народ, мало партии дает. Наша партия не блядь, чтобы каждому дала. Так, следующий. Я вот этот свой город. Вы знаете, добрый
вообще силу-то молодецкую проверяли? Знаете? Кто больше съест? Как вас зовут? Света, Андрей, обжора, его не берем. А вы как считаете? Кто сильнее? А вас как зовут? Анатолий. А вот Анатолий хорош. Так, идите сюда, Анатолий, идите ко мне поближе. Берите линию, вставайте, будем сейчас вас мерить. Мерить силу вашу молодецкую. Вот так, две ножки на линию поставили, чтобы они ровно на линии стояли. Да-да-да, линию видим? Прямо вот, вот. Правильно, видите, как... Анатолий, что вы ноги-то расставили? Не мужское это дело, ноги-то расставлять. Вот. А теперь скажите мне, пожалуйста, подушками-то родились ли в детстве? Ну вот, тогда в детство окунулись, а теперь смотрите, кто первый с линии сойдет, тот и проиграл, а кто другому собьет, тот и победил. Готовы? Раз, два, три, поехали! Я верю, что вы у нас мужчины. А куда вы отошли? Куда вы так отошли? Поближе к нам с Анатолием подходите. Мы не кусаемся, мы же не кусаемся. Мы не кусаемся. А теперь легонечко друг другу шмяк подушками. Шмяк вот так вот. Кто первый с линии сойдет, тот и молодец. А, нет, какой молодец? Тот не молодец. Ну что, готов, он проиграет. 3, 4, поехали! Мужские подарки, потому что победил у нас что? Ну-ка, вынимайте подарок. Один ваш, другой другу дарим. Потому что у нас один за всех и все за одного, и дружбу у нас побеждает. Всегда аплодисменты наши участники. А наполнят их барышки прекрасные уже теплом своих сердец. Присаживайтесь, добрые молодцы. Ну, а всем остальным мужчинам, что повидно не было, мы так уже и тоже подарок сделаем. Но подарок все тоже выражение наше, поэтому непредсказуемый абсолютно. Ну что, мужчины, присутствующие в зале дыхания, затаили. Барышни, у которых мужья с собой, тоже затаили дыхание. А вот подарок такой ценный будет, и можно будет у мужа его забрать, да самой использовать.